Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В Самаре 22 апреля пройдет фестиваль языков. Не пропустите удивительную серию лекций о 20 языках мира, включая японский, тибетский, малагасийский, языки Конго, испанский, итальянский, эсперанто и другие. Вы сможете не только пообщаться с носителями, выучить несколько фраз и узнать историю языка, но и неплохо провести время в приятной компании. Конкурсы, языковые клубы, кофе-брейк, круглый стол о проблемах современной русской речи, мастер-классы и познавательные мини-лекции. Начало в 10:00. Адрес: Самара, улица Потапова, 64, корпус филологии и журналистики Самарского университета. Вход свободный. С собой захватите паспорт или студенческий билет. Правда ли, что человек произошел от обезьяны? Действительно ли антропологи все выдумывают? Сколько находок подделано? Кем же были наши предки – грязными троглодитами или высокодуховными элоями? Узнайте об этом и многом другом на научно-популярной лекции «Эволюция человека. Мифы и реальность». В субботу музей Алабина приглашает вас на лекцию доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ, члена российского отделения Европейской антропологической ассоциации Станислава Дробышевского. Начало лекции в 16:00. Музей Алабина. Вход свободный. Сразу две выставки известного мастера современного гобелена Алексея Бандуры проходят в Самаре. За последние два десятилетия Алексей Бандура стал одним из ведущих в современном ткачестве художником, широко известным в России и за ее пределами. Невероятные гобелены экспонируются в галерее «Вавилон», а в Доме культуры «Чайка» можно посмотреть рисунки художника. Красная горка в народном календаре – это долгожданные гуляния и веселье после долгого поста. Культурный центр «Светлица» приглашает всех провести время за пасхальными играми и плясками на свежем воздухе. В программе русские народные игры и хороводы, конкурсы и викторины, пасхальные чаепития и множество других радостей. Загородный парк в воскресенье, начало в 12:00. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!